Новосибирскому биатлонному комплексу исполнилось 50 лет. За это время он принимал у себя всю элиту советского, российского и мирового биатлона. Праздник отметили, как и полагается, по спортивному проведению гонок чемпионата России. Подробности в сюжете Кристина Лата. Мы начали копать вот с соседнего лагу траншею, чтобы оттуда показывать мишени. Нам... То есть люди показывали мишени, а вы по ним стреляли? Они в блиндаже внизу, в траншее сидели. А здесь узнали, когда здесь еще лучше есть место. Я нарисовал проект, я инженер-строитель по профессии был, поэтому прислали сюда механизмы, все разровняли и стали строить. В итоге построили и провели чемпионат Советского Союза в 68 году, здесь в марте месяце. Этот момент и является точкой отсчета для новосибирского биатлонного комплекса. Хотя к тому времени в регионе уже было два чемпиона Олимпийских игр – Виктор Маматов и Александр Тихонов. Какой он был в первозданном виде? В первозданном 30 метров всего шириной, а сейчас 120. В 4 раза почти увеличилось. Стрельбище. Стрельбище. Но длина была 150 метров. Вот отсюда мы стреляли, здесь лежали и стреляли туда, в ту сторону, в мишени. За это время комплекс пережил несколько строек. Появились трибуны для зрителей и гостиницы для спортсменов. Последняя крупная реконструкция была в 2005 году, перед чемпионатом Европы. Сейчас новый виток в развитии комплекса. Два года назад была поменена мишенные установки. То есть сегодня все программное обеспечение вместе с установками – это самое современное, то, которое мы можем видеть на всех этапах Кубка мира. Мы в прошлом году модернизировали, в этом году второй этап модернизации трасс. Вот это абсолютно новое асфальтовое покрытие с беговой дорожкой шириной 1 метр, прорезиненной. То есть это уникальность в том, что, по-моему, один или два комплекса в Российской Федерации могут похвастаться такими условиями для тренировок. Биатлонный комплекс имеет категорию В, что позволяет проводить международные турниры. Правда, в последнее время проходят лишь российские. В юбилей там сразу 4 крупных состязания. Кульминация – командная гонка в рамках чемпионата страны. Первыми к финишу приходят новосибирские девушки. За первое место награждается команда Новосибирской области. Еще две медали новосибирцы завоевали в гонке патрулей на 25 километров. У мужской команды серебро, у женской бронза. Эти награды – наглядное подтверждение многолетних традиций новосибирского биатлона. Кристина Лата, Алексей Баженов, Новости ОТС.